23 новых остановочных комплекса установят в этом году в Ноябрьске. Еще 11 в микрорайоне в Ангапуровском. Все они учитывают специфику Крайнего Севера и обладают повышенными антивандальными характеристиками, а также пригодны для использования инвалидами. Стоимость одной конструкции около 290 тысяч рублей. Работа по замене остановочных комплексов на типовые, выполненные по единому эскизу, началась в Ноябрьске в прошлом году. Тогда заменили 26 остановок. Все эти работы производятся в рамках городской программы по благоустройству. Всего в Ноябрьске 135 остановочных комплексов. Часть из них принадлежит предприятиям и предназначена в основном для сотрудников. Остальные находятся в аренде у предпринимателей или обслуживаются муниципалитетом.